Новые требования к охранникам школ. Глава Якутии Егор Борисов накануне заявил, что для обеспечения безопасности детей необходимо создавать единую систему охраны муниципальных учреждений, сообщается на сайте главы. Цитата. «Люди должны проходить строгий отбор, должны работать квалифицированные кадры, вне зависимости от того, где находится учреждение – в Якутске или отдаленном населенном пункте». Он также подчеркнул, что властям республики необходимо устранить все возможные риски в отношении детей.